4 июля 2006 года внезапно не стало талантливого актера Андрея Краско. Ему было всего 48 лет. У актера после ухода остались дети, Ян, Кирилл и Алиса. Старший сын Ян появился на свет от польской актрисы Мириам Александрович, с которой Андрей познакомился в студенческие годы. Свою любимую женщину Краско ласково называл Мишей. Актер женился на Мириам уже после рождения Яна. Их брак не был долгим, у Андрея появилась другая женщина. Мириам уехала с сыном в Польшу, Краско продолжил общаться с сыном. Ян даже успел сняться с отцом в двух кинопроектах. Ян окончил кулинарный техникум и театральный институт. Актер не так успешен, как его отец, поэтому в период застоя подрабатывает барменом. Яну 42 года, женат и воспитывает двоих детей. В середине 90-х годов у Андрея Краско возник роман с коллегой Маргаритой Звонаревой. Актеры стали жить вместе, а после на свет появился сын Кирилл. С Маргаритой роман быстро закончился. Андрей никогда не озвучивал, что стало причиной их расставания. Актер поступил благородно, оставил квартиру бывшей возлюбленной и сыну, а сам снял себе жилье. Кирилл вырос, ему 26 лет, получил юридическое образование, работает по профессии. Личная жизнь пока не устроена. В начале 2000-х годов у Краско случился роман с дочерью сослуживца, Каролиной Поповой. Их отношения быстро закончились, уже после расставания Каролина узнала о беременности. У Андрея родилась дочь, которую назвали Алисой. Когда ей было 2 года, актера не стало. Алиса выросла, ей 19 лет, живет в Испании с мамой и работает экскурсоводом. В России приезжает пообщаться с дедушкой Иваном Краско. Спасибо за ваше внимание, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.